Возле дома номер 21 по улице Горького асфальтированный тротуар превратился в грязевое месиво. Дело в том, что зимой РВК Орск проводил здесь ремонтные работы. Тут была и огромная яма, которую засыпали только в мае. После жители добивались благоустройства территории, так как Росводоканал не навел порядок. Арчанин Николай Ворожищев рассказал нам, что раньше около дома был ровный грунт, засыпанный щебнем, где люди спокойно ходили, а автомобили парковались. Позже специалисты РВК Орск засыпали яму, и, казалось бы, проблема решена. Но такое бывает только в сказках. Водоканал после вашего репортажа подъехал. Ну, как делают обычно нормальные люди? В своих домах, в коттеджах. Прежде чем делать твердое покрытие, планируют территорию, говорят, то есть ее выравнивают, утрамбовывают, а потом сыпят. Что делает водоканал наш доблестный? Подъезжают в эту яму, ссыпают КАМАЗ щебенки, потом немножечко его разравнивают. И вот видим то, что мы видим. В центре немножечко пятно у нас щебенки. Вся остальная грязь как была, так и осталась. Тротуар не восстановлен. На фоне тротуара огромные лужи. Как должны люди ходить в школу, как должны люди ходить в паспортно-визовую службу, я не знаю. Что касается тротуара, то на его месте раньше было асфальтовое покрытие, сейчас настоящая грязевая ванна. Асфальт Росводоканал так и не восстановил, говорят жители. Чтобы не увязнуть в этой грязи, автомобилисты проложили на дороге доски. А что же насчет того мелкого щебня, которым засыпали яму? От него остался еле уловимый след. Напомним, что ранее РВК Орск сообщил о том, что выравнивание грунтовой площадки пройдет в период весенне-летней кампании по благоустройству, так как для работ нужны были благоприятные погодные условия. Мы обратились в организацию, ждем ответ на наш запрос.